Всем добрый день, Сибирь, город Красноярск. Весна у нас затяжная, холодная, но были дни с температурой где-то плюс 15, чуть больше градусов днем. Поэтому я в ванну положила различные органические отходы, посеяла туда семена кабачков. В пакете было 7 семян. Для подстраховки на небольшом расстоянии посадила 3 штуки. В каждую лунку в одной оказалось 2. Температура в Сибири резко понизилась. Ночью в некоторых регионах она опускалась до минус, даже 5 градусов. Конкретно где у нас находится участок, ну, минус 1-0 градусов. Утром холодно, ночью холодно, днем, конечно, плюсовая температура. Семена кабачков посеяла под бутылки, они были закрыты крышками, создала парниковый эффект. Смотрите, 100% всхожесть семян. Здесь видно 3, здесь 3. Здесь один кабачок уже большой, а другой только проклевывается. То есть тепло, влага сыграли свою роль для хорошей всхожести семян. В этот раз сверху не натягивала агротекс. То есть за счет того, что шли дожди и внутри бутылок влажно, это как-то повысило температуру внутри бутылок. Но их уже недостаточно по объему, поэтому кабачки освобожу от бутылок. Затем поставлю дуги, прикрою растение агротексом, создавая благоприятный микроклимат для дальнейшего развития растения. Ночью защита растения от пониженной температуры, днем от высокой, также от попадания прямых солнечных лучей на растение. Точно так же под бутыли можно посеять семена других растений, как цветочных, так и овощных. Экспериментируйте, пробуйте, создавайте хороший микроклимат для растений. Удачи вам и до новых встреч!